Давай его за щеки. Я его в ухо выхожу. И большое ухо. Соси, сука. Соси, нахуй, на хвост наступи его. Сука, охуели? Нихуя. Зубы есть, что ли? Зубы. Отъебись от меня, котя. Килограмм. Да есть-то надо, нахуй. Вот козел зубастый. Ты мне сначала покурить сами, да? Подожди, давай хуй закуришь, нахуй. Давай. Вот козел зубастый, блядь. Пальцы, ты мне, сука, не кусай, блядь. Ты руками сейчас ешь. Зубастый, сука. Пальцы мне кусай, сука. Давай всю руку, нахуй, убрал, блядь. У меня сиська встала на Катьку, блядь. Там, блядь, ты-то не толкаешь. Ты говоришь, зуб дать сегодня на улице, говорил. Выбей ему зуб. Да, два зуба встала. Чернышко, чего что сказал? Чернышко сказал? Нихуя, охо, нихуя, на пиздец. Два зуба осталось. Нихуя себе, блядь. Охо, что здесь охранник? Ника, с тобой можно пить? Первое. А что, Ника, пить нельзя? Ну, хуй знает. Ника, все пить нельзя? Ничего не трогай. Точно? Черыш. За щеку возьми. Ты же льешь, ну. Я поем, я хотел. Он обратно предлагает сосиску. Да я тебе предлагаю сосиску. Пидорасы, да? Пидорасы, да? Она мне ставила, а у меня сосиска не разбирается. Хохол, ты что сегодня молчишь-то? Закури другую. Я слушаю это. Ты хочешь как полностью? Стой, пожалуйста, Хохол. Ебать. Да вот на тебе повезет. Он не знает, а у него не умеет. Да чего не имеет? Да открыто форточка. Не, окно. Так ешьте, что, блядь? Потом, блядь, пишут, что я вам не даю ничего, вы боитесь меня, блядь. Жить на туре, блядь. Оля, охуели совсем. Что ты мне не даешь? Есть я вам не даю, нахуй. Тихо, выпрыгивай окошко, нахуй. Ты же десантник, нахуй. Десанта ура. Вы, блядь, не читаете, я-то читаю комментарии, мне нахуй. Не то, что мне похуй так-то, что они пишут. Мне обидно, блядь. Че я вам не даю? Боитесь вы меня, блядь. Рыжий, что, боишься Катьку, что ли? Хуйню какую-то пишу. Че не бояться? Ты скажи честно, тебе понравился Катьки на титьке один раз? Блядь, еще насчет... Не, ну ты что, ты помнишь хоть, нет? Да помню я, че не помню-то, блядь. Всё, когда еще тут, блядь, Рэмбо был, Катька была, кто еще был. Все, ну. Еще тут был. Завалили. Завалили. Ебало завалили. Кого звали? Дед, еще смотри на меня, как смотрит. Ты дала ему... Серьезно, что ли? Ты че, сука, серьезно, что ли? Не стань и бьет на бей, нахуй, я их хуй. А ты тут, нахуй, в трусах сидел, в муде, нахуй, сел. Да, точно. Нихуя, блядь, заулыбался, блядь. Деньги еще раздавал, на, потрогай, блядь. На записи, нихуя, на, блядь. На, потрогай мое, блядь. Ребят, это все в закрытой группе, ребят. Нихуя, на ютубе это в закрытой группе, ребят, кто не знает. А хули ты заулыбался сразу, блядь. А бульдог, а ты помнишь, что Нинка письку щупала? Ты улыбался. А банкомат? Ребят, это тоже. Ты не был. Банкомат свой задний. Я знаю, что не был. Банкомат свой задний, помнишь? Пусть здесь сосиски. Задний банкомат, помнишь? Печеньку, блядь, когда шла. А ты помнишь, что попросил? Пин-код, сука, не выдает. Да что ты говоришь? У тебя кто сидел на лице? На лице Катьки, на лице сидел. Кто я села? Куда? Нинка, не ори, Нинка, не ори. Это я помню. Нинка, ты, я сидел на лице, ты ему там надрачивал, он там, блядь. Он счастливый такой был. Поплыл нахуй. А как я еще печеньку жопу на стол, помнишь, что ли? Я в банкомат сувал, а хули вам пин-код не дает нахуй. Денег не выдавал никуда. Пин-код, сука, не выдает, карточку суешь, он не выдает. Ну-ка дай пин-код, да нет, блядь. Нинка, давай повторим, что вы, Нинка. Да? Бог, ну что, обижаешь, чтобы долго был? Бог, парень неплохой. Ой, обижаю, не я. Нам было с музыкой прийти. Какой музыкой сейчас ты придешь? Сейчас давай позову тебе музыканта сейчас. И что, и как Светка сюда приедет? Здесь воды даже нету. Какая Светка? А, Светка? А у тебя человек много Светок? У него Никола Светка. А, вот точно. Не, а что, не, как сейчас я буду говорить? Они живут же, все, я не выгоню сейчас. Я думал, они не живут здесь. А живут что ли? Пускай живут, там же. Если я приеду в следующие выходные, и какие-нибудь выходные приеду, их не будет, тогда все, я у них... Какого кольца пускаю, что ли? Тогда я ключи... Сегодня же спросили. Нет, пожалуйста, мы тебе... Стучались сюда, нет, блядь? Да хуй чернусь, блядь, да. Конкурентов, блядь, скидывают, ну. Я вообще даже не прошу, я вообще помню.
Я вижу, вы оба голенькие спали, да? Я вас там исследовал, а этим-то я, блядь, не стал. Ой, этому, Антошу, что я не стал. Когда я крикнул, контузия, нахуй. Когда я тебе крикнул, бульдог, бульдог, ты открывай тогда. А кто жить-то будет здесь? Конечно. Вон Вовка сами хочет. Вовка будет рыжий с вами жить. Сейчас он охранник, нахуй. Вон охранник. Охранник, блядь, и лохуй. Охранять. Охранять будет. Ты его там поставишь за дерево, дадим ему это деревянное ружье, нахуй, пускай ходит возле квартиры. Сейчас, блядь. Чопец. Я тебе хуй, сам куплю эту пробку, блядь, какую выберешь, нахуй. С этой, знаешь? С этой, с красной этой, светом будешь ходить, блядь. Сирена красная будет такая. Вовка, ладно, хули, что ты? Это же нам похуй, что не нравится, что? Вытащи ее, да и все. Рыжий, а ты что хотел? Ты мне прийти, получить деньги, напиться и сесть молчать, что ли, блядь? Я... Нет. Ну так вот и все, мы ехали, прикалываемся, что ты, блядь? Кто ты? Я знаю, что прикалываешься. Ну так что ты, блядь, ты не обижайся нахуй, блядь. Олег, помнишь? Ты знаешь, что с обиженными делают? Сильные бабы. Я тебе тоже пробку купить. Это может... Две пробки наши. Это в прошлом, может, было про нас, а теперь это про вам. Мы все свалили на прочем. Аллегрова, сейчас бабы стерва. Будем чопик два звонить. Теперь это про мужиков нам. Не, бульдог, бульдог. Слышь, бульдог. Чопик два будем звать его. Бульдог, бульдог, слышь, давайте я тоже как Вовке куплю анальную пробку. Анальную? Чтобы не срал, блядь. Анальную-то... А что, нормально, жопу ставишь и срать не будешь? Нихуя, потом как прорвет нахуй, пиздец, блядь. Видите, с пробкой нахуй, не пробка выставить. Ты нихуя, у тебя машина времени будет нахуй поедет, блядь. Куда мы уместимся, блядь? Ракета, блядь, пусть только пробка выпала. Так это машина маленькая будет, нахуй. Не, Будок, Будок, я тебе побольше такую слоновую куплю пробку. Не смог проснуть. Блядь, давай, Паха, давай выручай, а то все штаны послал. Резко так не вставай. Резко не вставай, ты сейчас... Блядь, я чуть со стула нюхал. Куда, да, все равно ниже пола не пойдешь, хуй ты, блядь, чуть не упал, блядь. Ты на гвоздике сидишь, хуй, ты спрыгнешь теперь, блядь. Нет, да не, хуя, гвоздик забил, блядь. Гвоздик запустил, тут, похоже, скоро вонь будет, пиздец. Похоже, блядь. Тебе гвоздик забить? Воды нету, нахуй, они не смывают, это пиздец. А ты что, блядь, никого не смываете, блядь? Чем вы смываете-то? Водой. Он накапывает. Рукой его. Накапает, блядь. Чего вы там смываете-то, нахуй, нет. Накапает? Рукой взяли, смываете. А что, как, а что, если сделать? Со техники, ребята, тебе, когда придут, нахуй, хуже. Ну ничего, они не придут к тебе. Они что, тебе придут-то, блядь? Конечно. Они ковки придут? Ты кран свернул себе, они тебе что, придут-то? Вокруг нас. Покупай кран и ставь сам. Я-то, блядь. Покупай кран и ставь. Они не будут тебе ничего делать, схуяли. Или им денег заплати, они тебе сделают. Или Вовке охранник пробку купи, нахуй, вставят ее. Они тебе кто бесплатно-то будет делать, блядь? Заявку делать, ты пробку себе купил. Это изог. За квартиру, если долг за свет. Лучше себе пробку купи. Ты будешь платить, да хуя, не будешь. Если бы в общем... Я знаю, что делать. Если, слышишь, Бульдог, если бы в общем подъезде бы что-то хуйнуло, то да. А ты у себя в квартире здесь, нахуй, ты сам делаешь. Так я в общем подъезде тоже, нахуй, схуйнуло. Так это хуйнуло из-за тебя, нахуй, потом, блядь. Из-за меня там, кляво, попробуй. Ребят, сейчас попробуем провести стрим, посмотрим, получится, не получится, ребят. Так что мы не переключаемся. Тебя и... Хорошо. Ребятушки, стрим закончился. Ну все, мы все разгоним. Нинка, Черныш, говорите пока-то хоть. Счастливо. Счастливо. Скажи, мы не прощаемся, говорим до свидания, Нина, да? Какая квартира? Я 95. Приду еще. А? Сам придет. 95. Бульдог, пошли за вещами-то. Ну что, заберешь? Ну? Ты давай, ну здесь он постучится, слышишь? Но. Пошли, Бульдог, пошли за вещами, одевайся. Хули, как хули одеваться, да? Пошли давай. А что, идем или что? Да. А пиво-то кто заберет? Ну, пиво, оставь им. Оставь мне пиво им, что, пускай, блядь. Спасибо, только я там пузырёком еще дам водки. Ну, все, Хохол, иди закрывайся. Он сейчас придет. Он сейчас придет, слышишь? Да. Он сейчас вещи возьмет. Бульдог, одевайся. Да что ему одеваться так спустя? Ну, пошли. Нет, а машина там же, где это? Машина там у меня. Вот. Бульдог. Ребятушки, он... Бульдог, пошли давай за вещами, он... О, у него синяк по глазам, блядь. Не буксуй. Ребятушки, как такого... Как такого орла не снимать? Знаете, орел идет. За вещами. Не надо, не вперед. Бульдог, красавчик. Ты хоть переоденься сейчас? Бульдог, ты хоть донесешь мешок, дед? А? А мешок целый? А мешок целый, Бульдог.
Ребят, стримчик, вы уж, наверное, посмотрите, я не знаю. Ну или потом, наверное, еще эта серия как закончится, админушка поставит стрим. Стрим вообще усаться было. На Вовка. Анальная пробка. Никай сейчас, блядь, трезвее, что ли, поскудится? Нет, я думаю, это. Че? Как в банке-то? Сейчас офис открыт вообще, нет там. Сейчас тут суббота, какая суббота? Закрыто, наверное, хуй. Чтоб на карту закинуть. Для четырех. И с карты, работать. Чтоб на интернет закинуть. А, в смысле, ты все это... Да у меня вот эти дни должны списать, блядь. Не, а ты что, почему Сбербанка, что ли, закидываешь, что ли? Так телевидение, а ты откуда будешь смотреть, блядь? Мне на К-телеком надо закинуть. Угу. Бульдога просит, дай ему денег, он закинет. Дай бульдогу, он пойдет, закинет. Тихо, не бей его, он так сломает. Сейчас бульдог тебе. Стасян, тебе спасибо огромное, сейчас бульдогу хоть вещи, блядь. А, Паша! Че? А пакеты я забыла. Ну-ка, Вовка. Вовка, сходи в пакет. Сбегай, пожалуйста. Закрыл с кем-то. Пока мы много вещей даем. Пакеты я оставил. Дай пиво, чтобы не все. Бульдак! Бульдак! Ты сколько сказал включать? Я поставь на чем. Нет, сколько как клуб? Ты просто скажи, Никола. Это Вовка Рыжий. Сбегай, пожалуйста, мы машине будем. Давай я пока зайду. Там пакет подожди. Рядом со стулом стоит. Вон он. Ну, вот тут будет. Да, давай. Ребяшки, Титика сегодня застыдили. Она даже пакет забрала, блядь. Не забыла забрала. Сука. Вот, ребяшки. Бульдог писит, нахуй. Бульдог. Нихуя как ты. Там крылыш. А Нинка там вернулась, забрала, нахуй. Бульдог, ну нахуй писите уже. Писающий мальчик, блядь. Ребяшки, он штанов, блядь. Бульдогу хули. Бульдог слаживай еще штаны. Да несешь, бульдог? У меня вот. А ключ ты? А тебя... чем здесь ключ? Да. Нет, так кто же это? А какой-то откроет? А ключ-то откроет? Знаете, зайди, тогда он не зайдет нахуй. А как он откроется? Ты что, у него нахуй? Не, он с той стороны-то что не откроет? Он на задвижку нахуй только закроет нахуй. Не, а я... что, там где-то? Он дверь-то не откроет? Нет, замок там, это, мозги ебет нахуй. Нам давай, бери, бери. Подожди, он с той стороны дверь-то откроет замок. А, с той стороны? Да. Откроет. Ну, что ты за хуй мозга ебешь? На, забирай нахуй. Защелкал. Давай, это там вот извини, с какого убить? А ключ я взял нахуй, я не хуй. Блядь, упала. Замок сюда, вот, ебет, нахуй, вон штаны падают. Где, вот она тебе? Да, я на Новый год нахуй не сохраняю, блядь. Сын, набери, блядь, бульдог, ну чё, блядь? Ну, блядь, чё, я долго буду складывать? Чё бульдог какой-то, блядь, давайте я стас вещи передал, блядь. Ты захуеешь, нахуй, ты щитил. Ну, хай, тащи, своя ножа, скажи. Да только есть по чём, по носильку, блядь, обсирать теперь. Обсирать можешь, кышка, забирай. Ну всё, бульдог, давай, пока. Буль-буль, донеси хоть вещи-то. Давай, я у меня... Давай, это, в субботу тут же будь. И тише. Чтоб тебя не искать, нахуй. Ключи-то нахуй у меня, нахуй. Все, давай, блин, здесь я что? Говорю, чтоб тебя не искать, ту, тут будь, нахуй. Глаз такой один. Понял, нет? Кого? Кого? Корову, блядь. Кого? Че, где быть, нахуй? Я как бульдог я тебя забыл. Бульдог, посмотри на меня, нахуй. Куда поехали, блядь? Кататься, хуй. Ну, нет. Бульдог, посмотри на меня. Вот, да. Буль-буль, он такой бандюга, блядь. Подними хоть, ты засунь все в мешок и тащи. Куда, знаешь? А куда, блядь? Бульдог-убийца, блядь, ебаный, блядь. Тебе человек подогнал теплые вещи, блядь. Да, бульдог, ты что не слышишь? Не вздумай выкинуть, нахуй. Это, блядь, весь подъезд запил, нахуй, его можно отсюда. Такие вещи, нахуй, ему, блядь. Он тоже, блядь, придет, нахуй. Сейчас вещи я заберу, то бульдога, блядь, в киоске срочно, блядь. Там больше рабочка, типа, да. Бульдог. Кэва. Пока, мой мальчик. Бульдог. Братан. Ну, братан, пока, блядь. Братан, уйти не хочет. Хочешь, ну, ты Тихань хочешь поцеловать, что ли? А? Ты Тихань хочешь поцеловать? Ну, конечно. Блядь, бульдог, да. Иди, блядь, бульдог, ебать. Чтоб тебя не сглазили, блядь. Со шмотками, блин, со шмотками, да. Да, да. Тест. Блядь, а что делать, идёт? Так чё, пиздуй до дому, что делать, блядь? Я же напишу, нахуй, я же, блядь, не буду там. Ну, и опять у тебя деньги себе кто-нибудь вытащит, нахуй. Может вы быть, хоть закройтесь, нахуй.
А когда там, это, Антоша нахуй приходит, украинец нахуй там, для чего? Ну не говори, не говори ничего, что ты уходит, он тебе правда да, сказал, ты да, затопил всех? А что ты затопил всех, там кипиш был, блядь, что он тебе правильно? Бля, а что, не топи, хули ты? Блядь, себя веди нормально, хули ты там кран засрывал. Чего ты не крыли, сразу нахуй на кран нахуй. Давай, Бурдок, иди не пей, иди давай, не дойдешь, надо выпьешь, не дойдешь, блядь. Иди рыжего отправляй к нам. Мешок тяжелый так-то, вон засунь мешок и тащи. Бля, ёпта, он не тупляет, нихуя, чё, где, блядь? До дома дойди, Андрюша, до дома дойди. Нихуя себе. Да. Бля, сука, Титька, иди на встречу к рыжему. Ну, не, Бурдок. Не пойду я на встречу. Нет, мы же просто, я объеду пока. Уехали, если что, здесь заметим его, крикнем. Давай, Бурдок, садись тебя в это, посадите. Да нахуя с собой вещи, ставь туда. Багажник. Сейчас, ставь там. Катя, да, смотри за ней. Сейчас. Рядом, Бурдок, что я, блядь, вещами, я же на машине забыл, блядь. Сейчас хоть подъехать. Довезу хоть. Бурдок, давай залазь быстрее, ёб твою мать, сейчас его, блядь, приведет. Уже я его посадил, нахуй, он уйти-то не может, сейчас его хуй из машины уйдет, нахуй. Да я, блядь. Давай, Бурдок, быстрее, нахуй. Я скрывал тоже, нахуй. А я его, блядь, не открою. А что тебе Антоша? Да ты что заебался, он, блядь, он вышел, снимали, он даже не зашел, ничего, успокойся, ёпты, нахуй ты ему нужен. Антоша. Веди себя хорошо, и все, никто тебе доебываться не будет. Ты, блядь, ну и успокойся. Вояками. Да заебал вояками, вояками, ты, блядь, здесь не сука. Покуди, они контужены. Да, блядь, ты на себя посмотри, ёпты, алкаш, блядь, контужен. Он у меня в подъезде жует, что, блядь? Нормально он, блядь, просто не сидит в подъезде, да и все, хули. Тогда ты со мной в подъезде. Блядь, ребяшки, Бурдок, это пиздец, блядь. Ребяшки, сейчас ставим ставки, сколько Бурдок выйдет нахуй. Ну-ка, обратно бежит, ребяшки, я только дошел, мы кричим, обратно бежит, блядь. Бурдок, давай нахуй, короче, я звоню из Сочи, выбегай нахуй. Так быстро, что, блядь. Давай мешок готовь, вытаскивай. А это мешок нахуй. Давай, выпрыгивай, как это нахуй, выходи на орбиту нахуй. Мозгу, блядь, главное не потерять. Ты не вздумай его выкинуть, блядь. Тебе человек кого? Нахуй подогнал, блядь. Да. Ты смотришь, как овечка. Ну, а что, постоянно поглядывай. Как, блядь. Какой-то деньги не заплатил. Подожди, Бурдок, я тебя на сухую высажу. Так, уже. Да ладно, Бурдок. Да там сухо, он близко. Не, вон туда. Бурдок, давай только быстрее, нахуй, как говорится, выпрыгивай, нахуй. Выходи в этот, нахуй, в открытый космос, нахуй. Давай, Бурдок, нахуй. Бегом. Бурдок, до свидания. Андрей, блядь, братан. Блядь. Да, вещи не потеряй, давай, блядь, блю. Давай, потом расскажешь. Давай, не теряйся. Я там хуй потерял. О, ребяшки, тут это что ли, блядь? Альха, блядь. Красная. Бурдок, вещи забирай, нахуй. Бурдок, штаны не потеряй, нахуй. Бурдок, блядь, с вещами. Бля, там все валит. Дверь-то закрывай. Ебаный Бурдок, носорог, нахуй. Че, в ванну нет, вон там все. Все, пошел, ребячки, Бурдок, нахуй. По-английски не прощается, нахуй. Там ловко, ехали. О, там. А, нет. Блядь, я сейчас рыжу, все можно взять. Завис на хоксе. Ребят, Бурдок завис, нахуй. Дедушка! А, блядь, он без рук. Да ему хоть... Деду хоть саму помоги. У него обе кисти нет. А? Кисти обе нет. Тут там взять дедушка поможет, блядь. Там Вовка бежит еще. Ребяшки, вы на работу, вот когда вот на работу, он пакет-то, блядь, донести не может. Ну пошел с вещами. Бюша тут, кстати, два раза приходил. Я ему дверь не открыл. Говорю, иди нахуй, дверь не открыл. Давайте ваш пакет, блядь. Ты тебя не боишься там? Пошли, я уйду. Блядь, опять там ебаный урод. Ты, блядь, бегать нахуй. Да мы что-то, блядь, не думать, блок, что с вещами не идет. Я говорю, иди нахуй. Я тебя не пущу. Он такой, можно в гости? Я говорю, нет, нельзя, блядь. А что я сделал? Ну нихуя не сделал, иди нахуй. Тебя не пустил его? Нет. Ну, Катька, блядь, что столько с тобой? Что за штука? Он что-то охуел в последнее время, все руки распускать стал, блядь. Да? Ну, блядь, ребят, что-то у нас Катя, блядь,
Потому что они охуевают, чем добрее к ним, нахуй. Они охуевают, чем дальше, тем больше, блядь. Что-то ее бить стали постоянно. Ладно, ребятушки, поехал сейчас Вовку, блядь, с Калей высажу. Поеду домой. Грет, ты все раздал? А, блядь, пачка-то есть, нахуй. У меня, ребятушки, эти дикати-то. А я, тебе раздал. Мне тоже надо сидеть. А у меня все в пачках. Вовка, блядь, реально пачка. А нехуй было на пиво тратить. Ну, нахуй ты пиво-то, блядь. Подождал бы, да потом купил бы, нахуй. Я Максим спит, наверное, сейчас, блядь. Все, тетя Катя, давай. Поздравляю тебя с обновкой. Счастливо. Ну, с айфоном, блядь. С айфоном двухсимочным. Иди в пизду, блядь. Что пошел? Не, в пизду, блядь. Слышь, Катя. Айфон 12. Ну, 11 мне уже пообещали, 12, нахуй. Да, руку хоть поцелать. А, она такая, не буду целовать. Я что? Руку целуй хоть, блядь. За андроид, нахуй. Двухсимочный. Я тебя. Я тебя. Ладно, всем спасибо. Давай. Жду айфон, что там, 11? Да, 11. Или какой? Может, он уже подрастет к тому времени? А, я... Ты такой, блядь, иди, блядь, ты даже не тебя ждешь. Я только, блядь. Я, да, я. Ну, ну, что, давай, тетя Катя. Целую ее вслед, нахуй. Воздух, блядь. Тетя Катя, до свидания. Да, блядь, иди нахуй. Ну, не можешь, блядь, перед домом, потом, блядь, раньше надо целовать. Да иди, нахуй. Пошла любовь, поверь, помидоры. Да. Айфона пока не будет, а нахуй. А тебя подарков нету, хули я тебя толку. Все, тетя Катя, давай. Давай, давай. Пока-пока. Вовка, я что, домой? Да. А, вон. Наберешь. Можешь да я поехал сейчас вот сюда вниз, в Нептун поехал. Тебе что ты проспект-то все едешь? Там что, спирт или что, так куда едешь? Нет, я получается просто нахуй друга поеду. Да дойдешь пешком, я пошел туда, сейчас уеду нахуй. Давай, вон, отбивай пятак нахуй. Все, в субботу наберешь меня, Вовка. Все, это получается, блядь, в субботу тебя ждать. Да. Все, да, все, вон, давай. Давай, Москва с нами. Давай, все, всем пока. И всем, ребят, с... Давай, бегом, там машина едет, блядь. Пиво забери, не забудь. Паскуда, блядь. Паскуда. Катя, не дала ему сегодня выиграть. Все, спасибо, ребят. Давай, все, пока. Удачи. Все, ребятушки. Ну, как бы так, ребят. Стримчанский, я думал, блядь, посмотрите, ребята. Стримчанский веселый был. Че, как сказать? Да не буду, ребятушки. О, блядь, сейчас увидел. Все, я туда поехал. Я думал, поезд зашел. Я хуй на нее. Друзья мои, ну все, подписывайтесь на канал, пальцы кверху, ребят. Всех люблю, всех обнимаю, друзья мои. Всем здоровья желаю. Здоровья, ребятушки, здоровья прежде всего. А остальное деньги мы заработаем, ребят. Самое главное, не воруйте. Здоровья берегите. Все, всем пока. До новых встреч.